Жителям юга и среднего запада следует готовиться к новой штормовой волне, предупреждают синоптики. На прошлой неделе непогода, сильнейший атмосферный фронт, вызвавший торнадо в 11 штатах, унесла жизни по меньшей мере 32 человек. Людям, разбирающим обломки своих домов в Арканзасе, Айове и Иллинойсе, приходится готовиться к новым испытаниям. Опасные погодные условия ожидаются также на части территории Миссури, юго-западе Оклахомы и северо-востоке Техаса. Сохраняется и высокая пожароопасность.